новость. Высоцкий я не люблю. Я уже представляю. Смотрела ее вчера, так что строго не судить, дорогие друзья. Так, попробую спеть в его стиле. Как он там делал? Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.